Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня я вам дам несколько практик, как вы можете обезопасить себя в любой кризисной ситуации и как себя обезопасить, чтобы не взять на себя чужие беды и болезни. В любой кризисной ситуации обязательно бросайте соль на ветер. Жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, но, к сожалению, не всегда приятные. Оказаться в тяжелой жизненной ситуации может каждый из нас, независимо от возраста и положения. Ситуация, при которых возникают экстренные обстоятельства, к которым человек не готов, называется кризисом. Кризис – громкий сигнал, идущий с души и требующий немедленного принятия решений и активных действий. Если вы оказались в таком неприятном положении, есть чувство беспокойства, вы потеряны, слабы перед ситуацией, то сделайте старинный обряд освобождения. Он поможет избавиться от тяжести на душе и скорее разрешить вашу проблему. Проводить обряд лучше на убывающую луну, когда ее энергия направлена на очищение. Вам нужно купить в эти дни пачку крупной соли. Пересыпьте треть или четверть соли в отдельный мешочек. Дождитесь ветреной погоды, выйдите на пустынную местность, например, в поле, либо там, где меньше всего народу. Можно делать и в другом месте, но важно, чтобы в этот момент рядом не было людей, чтобы вы могли сконцентрироваться на практике. Зачерпните левой рукой небольшую горсть соли, подставьте ее ветру. Когда ветер начнет сдувать соль с ладони, подумайте о своей проблеме и начинайте повторять такие слова. «Беды и несчастья мои». Здесь нужно проговорить ваше имя. Унеси без остатка. Будет жизнь моя течь сладко да гладко. Читаем эти слова до тех пор, пока ветер не унесет всю соль с вашей ладони. Если ветер недостаточно сильный, то просто бросьте остатки соли по направлению ветра. Все. Сделайте так еще и еще, пока ваш мешочек не опустеет. В этот момент представляйте, как уходят ваши неудачи и беды, а вы наполняетесь светлой энергией обновления и чувством свободы. После этого вы сможете почувствовать себя значительно лучше. Считается, что такой обряд способен быстро избавить человека от неприятных ощущений, тревоги, страха и помочь взглянуть на ситуацию другими глазами, уже более спокойно и отстраненно. Эта практика испробована поколениями и всегда дает хорошие результаты всем, кто оказался в непростой ситуации. Также, как не перенять на себя чужие беды, неудачливость и болезни. Находясь рядом, общаясь с неудачливыми, проблемными, несчастными людьми, мы рискуем перенять их беды на себя. Чаще всего это происходит при слабом энергетическом поле. Люди со слабой энергетикой гораздо сильнее подневольны чужому негативу. Им тяжелее противостоять ему, чем людям с сильной энергетикой. Энергетические вампиры, то есть люди, истощающие жизненные силы окружающих, хорошо чувствуют таких людей и потому выбирают их в качестве жертвы, делясь с ними своими жалобами, проблемами. Ведь их задача – любым путем вызвать негативные эмоции тех, кто рядом. И хотя лучшей мишенью для таких людей являются люди с определенными качествами, тревожные, сочувствующие, спешащие на помощь всем и каждому, попасть в поле зрения любителей провоцировать на негативные эмоции может каждый. Если вам приходилось общаться с несчастными, неудачливыми людьми, любящими жаловаться, рассказывать о своих проблемах, то вы наверняка знаете то неприятное чувство, которое появляется после такого общения. Но немногие знают, что общение с тяжелыми людьми может быть не просто неприятным, но и опасным. Люди с недостаточно сильным биополем, принимающие слишком близко к сердцу чужие беды, подвергают себя большому риску, ведь они легко перенимают чужие несчастья на себя. Если среди ваших знакомых есть проблемные, неудачливые люди, то важно уметь держать дистанцию и защищать себя от их разрушительной энергетики. Чтобы чужая беда не приклеилась к вам при общении с такими людьми, старайтесь как можно скорее перевести тему и завершить разговор, а если возможно, вообще его избегать. Но также может помочь короткий заговор защиты. Читайте его про себя, когда общаетесь с несчастным человеком. А слова такие: «Пусть язык твой в
тугой узел завяжется, а твои беды ко мне не привяжутся. Говорим один раз, этого достаточно. Далее просто спокойно смотрите в глаза собеседнику, не показывая того, что у вас внутри. После чего отведите взгляд и закончите разговор. И тем самым вы будете защищены. А также я вам еще расскажу три способа надежной защиты от любого негативного воздействия окружающих. Ведь негативное влияние окружающих чаще всего будет связано с завистью, как неудовольствие при виде чужого счастья или удовольствие в его же несчастье. Зависть, конечно, отравляет жизнь и самому завистнику. Как говорится, сосед спать не дает, хорошо живет. Однако и объекту зависти приходится не сладко. Необъяснимая череда неудач, снижение иммунитета, хроническая усталость и даже болезни могут быть последствиями разрушения энергетического поля чужим агрессивным влиянием. Как же защититься от такой напасти? Во-первых, не стоит кричать во всеуслышание о своих успехах, достижениях. Безусловно, поднимают уверенность в себе, доставляют много радости. Однако они же действуют на окружающих как сигнал. Их обошли, унизили. И если завистник поймет, что такие блага ему недоступны, берегитесь. Злобные выпады, дурные пожелания, даже проклятия составляют опасный арсенал недоброжелателя. Во-вторых, не пренебрегайте народными приемами защиты. Обязательно рассыпайте по углам своего жилища немного соли. По истечении ночи собирайте соль, не касаясь ее руками. Также обязательно сыпьте соль у порога внутри квартиры. А когда будете ее собирать, то говорите: «Выметаю хвори, порчи, сглазы наносные». Все, говорим один раз. В-третьих, обязательно используйте обереги, несущие себе энергию священных мест, ну или изготовленные руками любящих вас людей, ну или сами можете изготовить. Обязательно носите красную нить на левом запястье. Булавка, приколотая к изнанке одежды, вниз головкой, словно маленький громотвод, убережет от разрушения энергетического кокона чужой зависти. Также очень хорошо использовать зеркальный кулончик или маленькое зеркало на грудном кармане. Это будет отражать вредоносный посыл злопыхателя, и все будет возвращать ему назад. А есть еще один древний славянский оберег. Это куколка. Она изготавливается строго женскими руками. Там нужно использовать только натуральные ткани и отсутствие личика. И такая куколка должна быть в вашем доме. Она будет вас защищать и оберегать от чужого зла. Такую куколку вы можете сделать и сами, своими руками. Но если у вас такой возможности нету, то вы можете написать по ссылке в описании под этим видео и заказать у меня такую мощную защиту для себя и своего дома. Обязательно берегите себя и берегите свой дом от любой зависти и от любой негативной энергии. Используйте эти методы, и в вашей жизни будет счастье.